Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые гости, дорогие друзья, рад приветствовать вас в Азербайджане. Мы уже провели обстоятельное обсуждение важных вопросов нашего взаимодействия. Сегодня продолжим в расширенном составе. В первую очередь хотел бы выразить благодарность Шавкату Мирамоновичу за то, что принял мое приглашение и осуществляет государственный визит в Азербайджан. Особую радость нам доставляет то, что это первый государственный визит после победы на выборах президента Узбекистана. В первую очередь хочу еще раз вас поздравить с убедительной победой. Спасибо. И выразить благодарность, что вы совершаете первый визит в нашу страну. Это мы расцениваем как знак братства, дружбы, знак уважения к Азербайджану. Наши страны связывают давняя история, и это тот фундамент, который является основой для развития взаимодействия. Отрадно, что по всем направлениям сотрудничество идет очень эффективно и результативно. За последнее время межгосударственные отношения между нашими странами вышли на, я думаю, самый высокий уровень. Я с теплотой вспоминаю мой государственный визит в Узбекистан и оказанное мне гостеприимство. Также хотел бы еще раз сказать, что был очень впечатлен увиденным бурным развитием Узбекистана, трансформацией, реформами, превращением страны в сильную индустриальную державу региона Центральной Азии. И, конечно же, для двустороннего сотрудничества по многим направлениям уже создана серьезная база. Это и наши с вами контакты, и регулярные встречи и в Азербайджане, и в Узбекистане, и в других местах, а также тесное взаимодействие между представителями государственных структур. Они тоже активно работают, думаю, что берут хороший пример президентов. Ну и также знают, что, как мы с вами говорили, что мы будем контролировать ход выполнения всех решений, что мы и успешно делаем. Сегодня в расширенном составе мы предоставим слово представителям делегации, которые доложат нам о проделанной работе и в том числе на международных площадках. В прошлом месяце было заседание межправкомиссии. Также по направлениям сотрудничества в энергетике, транспортной сфере и в целом в экономическом взаимодействии. Так что еще раз, уважаемый Шавкат Мирамонович, добро пожаловать. Хош келдиз. Рахмат. Еще раз, я, уважаемый Ильхом Гейдарович, искренне хочу вас поблагодарить за приглашение и за такой добрый, дружественный, братский прием, который мы со всеми членами нашей делегации уже ощутили с первой минуты пребывания на азербайджанской земле. Конечно, вы правильно отметили, я не случайно мой визит после переизбрания президента Узбекистана, визит в Азербайджан, это не случайно, потому что сегодняшние наши отношения и сегодняшние наши договоренности за последние 3-4 года мы вместе с вами наши отношения подняли на совершенно другой уровень, и на международных площадках везде это осознается всеми. И я думаю, что вот тот вектор стратегического партнерства с Азербайджаном, углубленного стратегического партнерства, он дает свои реальные плоды, и народы, и Азербайджана, и Узбекистана это видят. Я уже говорил, что этот год знаменательный, потому что в Узбекистане очень на высоком уровне провели столетие выдающего вождя, руководителя Азербайджана, сына азербайджанского народа Гейдара Алиевича, потому что у нас в Узбекистане к памяти Гейдара Алиевича относятся совершенно по-другому. И на самом деле я считаю, что все, что было сделано, народ Узбекистана воспринимает совершенно по-другому. И старшее поколение, и сегодня молодые
они старшее поколение, которые видели, встречали, сработали, преподнесли нашей молодежи Узбекистана, что Гейдар Алиевич на самом деле долгие годы многое сделал для того, чтобы Узбекистан и Азербайджан достигли тех целей, которые в те сложные моменты жизни, но они друг друга с руководством Азербайджана и Узбекистана понимали и много достигли. Görüşdə Xarici İşlər Nazirləri Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın sədri, enerji nazirləri, nəqliyyat nazirləri, kənd təsərrüfatı nazirləri qoyulmuş tapşırıqlara uyğun olaraq sahələr üzrə məruzələri təqdim etdilər. Dövlət başçıları əlavə tapşırıqlar verdilər. Görüşdə Azərbaycanla Özbəkistan arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, sənaye, avtomobil istehsalı, metallurgiya, əczacılıq, daşımalar və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi. Xüsusilə Azərbaycanla Özbəkistan arasında birbaşa aviareyslərin artmasından məmnunluq ifadə olundu. Həftədə 15 reysin həyata keçirildiyi bildirildi. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi. Qoşulmama hərəkatına sədrliyin Özbəkistana verilməsi barədə qərarın Bakıda qəbul olunduğu vurğulandı.